За 20 лет работы на рынке газового оборудования и бытовой техники «Погода в доме» стала одним из признанных лидеров своей отрасли. Путь к вершине успеха был долгим, но основателям бизнеса удалось справиться с трудностями. Вот уже много лет они удерживают лидирующие позиции, пользуются уважением и признанием клиентов по всей России. Я очень рад, что мы дожили до этой даты, и у нас только все начинается. Вот. Но основное что? Это то, что собралась хорошая команда. Хорошая команда. И за счет этого мы можем выходить из разных ситуаций победителями. Ну, начинать было как раз-таки несложно. Сложно было удержать то, что ты сумел достичь изначально. Вот это было препятствие такое, как говорится, медные трубы. Их достаточно тяжело пройти. Но когда ты их проходишь, уже открываются новые горизонты. Один из главных принципов «Погоды в доме» – социальная ответственность бизнеса и внимание к людям. Опорой и поддержкой для Нурали Ильдусовича стала его супруга Наталья Латыпова. Именно она отвечает за погоду в доме Латыповых со дня основания компании. В этом году 20 лет исполнилось не только бизнесу, но и их дружной семье. Ну, есть чем гордиться, да, 4 детей, много магазинов, много клиентов, много довольных граждан нашего города и не только. Я считаю, что так как у нас сейчас год семьи, мы всегда за семью, за детей. Мы еще, да, кстати, гордимся тем, что люди знакомятся в нашей компании, женятся, у них рождаются детки, и это прекрасно. Для Ульяновской области важно, чтобы в регионе работало как можно больше успешных компаний и предприятий. Благодаря «Погоде в доме» на нашей земле появилось более 400 высокооплачиваемых рабочих мест. Трудиться в этой компании престижно. Верхняя граница заработка здесь отсутствует. Каждый из сотрудников ценит свою работу. Руководство отвечает тем же. Спасибо, что все пришли. Хотел поздравить всех, кстати, с замечательным днем, 20 лет компании. Мы все вместе это сделали. Дай Бог, и дальше продолжим так же работать. Еще и отметим 25, 30, 35, 40, 50. Всех вас люблю. С праздничком вас. Задача компании – создавать и поддерживать безупречный климат в доме и офисе. Благодаря грамотным специалистам, высокому качеству продукции и лояльной ценовой политике, «Погода в доме» отлично справляется с этим. Сотрудники работают здесь десятилетиями. Раиль Шихаттаров 20 лет трудится в компании. Он начинал с позиции разнорабочего, а сегодня является руководителем. За большой вклад в развитие компании, многолетний плодотворный труд Раилю Шихаттарову и другим сотрудникам предприятия вручили благодарственные письма. Подарком к юбилею компании стал праздничный вечер с вкусными угощениями и выступлением артистов. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.